Одесса планирует взять новый кредит на 1 миллиард 200 миллионов гривен. В частности, кредитные деньги планируют потратить на замену и модернизацию лифтов, капитальный ремонт систем внешнего освещения улиц, реконструкцию теплосетей, закупку электробусов и зарядных станций для Одессгорэлектротранс и другого. Сейчас предлагаю послушать прямую речь директора департамента финансов Одесского горсовета Светланы Бедреги. Якщо розглядати управління капітального будівництва, то тут ми виділимо два важливих об'єкта – це лікарня номер один і інфекційна лікарня. І управління дорожнього господарства – тут продовження наших робіт на Преображенський новощепний ряд і з'являються нові об'єкти. Рішенням нашої комісії ТЕПЧС було визнано як аварійної ситуації на Іванівському шляхопроводу, тому пропонується розпочати роботи по Іванівському шляхопроводу і по Відіопольській дугі. 300 миллионов гривен Одесский городской совет планирует взять в долг у Укргазбанка под плавающую ставку сроком на 5 лет. Еще 500 миллионов гривен город возьмет в долг у Ощадбанка, тоже на 5 лет. И еще 400 миллионов гривен у Государственного экспортно-импортного банка Украины. Хочу відмітити, що всі три банки є державними банками. Останнім, якщо ви спостерігаєте, ми співпрацюємо з державними банками відносно запозичення. Відсоткова ставка, істотні умови по відсотковій ставці – це облікова ставка плюс маржа. Це якраз рекомендація, яка була нам направлена Міністерством фінансів України. Напомню, что общая сумма четырех предыдущих кредитов составляет 3,5 миллиарда гривен, а с учетом планируемого кредита будет составлять 4 миллиарда 700 миллионов гривен. По мнению депутата горсовета Романа Сенника, город находится в долговой яме, а одесситам придется выплачивать долги до 2026 года. Если мы возьмем этот кредит, то наш город окажется в кредитной яме, потому что, кто не знает, с 2017 года Труханов и его команда взяли 4 кредита общей сложностью на 3,5 миллиарда гривен. Кредитная ставка, процентная ставка, составляла сначала 16,5% годовых, а потом спустилась до 14,5%. Когда мы подписываемся на 5 лет и каждый год платим такие сумасшедшие деньги, только проценты, мы себя закапываем в яму, и в результате мы больше без кредитов жить не сможем. Все последующие годы нам придется брать кредит только для того, чтобы погашать предыдущие проценты. И таким образом нас с вами банки ставят, извините, что называется, на такую кредитную иглу, с которой мы уже с вами слезть не сможем. В итоге окончательное решение остается за всем депутатским корпусом на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 28 апреля. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».